Короче, я тут почитала. Доказательство самооценится, оседайся перед кем? Перед кем оседаться должна? Моя тут бубочка золотая. Какие у тебя есть доказательства, зайка моя сладенькая? Какие? А ты пока что в Николаевской области живешь. Россия туда еще не дошла со СДЭКом. У тебя никаких не может быть доказательств, зайка. Никаких. И вот такие люди пишут мне, пытаются меня уличить во лжи, распространяют сплетни и живут слухами. То есть копошитесь в говне. В говне живете, в говне копаетесь, и вам по приколу, да? Слушайте, куда, кому и что я продаю и отправляю, это мое личное дело, но никак не ваше. А на радость хейтерам я отчитываться не буду. Тра-та-та, прикинь. А, кстати, по поводу блокировки, а ну расскажите, а как я могла при всех в Телеграме на 1000 человек заблокировать человека, который предоставит мне скриншот из перевода банковского с номером лота? Вы такие шизанутые, вы такой бред, блядь, сочиняете. Вы там у своей 4 тарелки борща хоть консультируйтесь, что брыхать надо.